С актуальной для региона проблемой выгребных ям в нашу телерадиовещательную компанию обратились жители жилищного комплекса Наринмар Вилладж. ЧП произошло еще в прошлом году. Выгребную яму между домами 15 и 17 по улице Международной свалился трактор строительной компании, разломав всю конструкцию канализационного стока. С тех пор жильцы пытаются понять, кто и в какие сроки должен произвести ремонт. И продолжают буквально тонуть в собственных отходах и задыхаться от зловония. В коммунальных проблемах элитного жилого комплекса разбиралась Елена Семеновичева. Вот я писала самолично. Люди тоже звонили, жаловались. Коваленко приходил сюда, сказал, что надо что-то делать. Вот они сделали, щит поставили, написали, что это септик. Вот это все, что они сделали. А мы задыхаемся. Окна мы не можем открыть. Детей мы не можем туда провести. В магазин мы туда ходим, не можем пройти. В нечистотах жители поселка Вилладж утопают уже с лета прошлого года. За это время написано не одно обращение и заявление. Но дальше обещаний дело не идет. Управляющая компания, служба заказчика, которая по сути, и должна заниматься своевременной откачкой бытовых и хозяйственных вод из злосчастной выгребной ямы, отвечает, что с проблемой знакома, и ремонтные работы будут проведены в течение летнего периода. На дворе конец осени. Работать будем, делаться будет. Когда, какие сроки? В течение этого месяца. Отчаявшие жильцы написали письменное обращение главе администрации поселка Искателей Григорию Коваленко, в чем, по их мнению, в ведении находится жилой комплекс. Глава самолично приехал посмотреть на беду жителей, после чего на месте ЧП возвели буквально памятник тому септику, который трагически пал под тяжестью трактора. Ну, это так называемый септик, вот да? Вот это да, да. Они нас убеждают, да, что это септик. По словам главы поселка Искателей, на сегодняшний день все инженерные, канализационные, электросети и земля принадлежат компании Наринмар Вилладж. На сегодняшний день все инженерные сети, канализационные сети, электросети и земля принадлежит компании Вилладж. Я там конкретно не могу сказать, как она там конкретно называется. Мы выходили с обращениями, так сказать, по передаче инженерных сетей. Ответ получили отрицательный, то есть надо заплатить где-то порядка 50 миллионов, чтобы, то есть, купить их, у них сети. Хотя все, мы понимаем прекрасно, что все дома, которые передаются, они должны передаваться с инженерными сетями. А вот по словам представителя компании, которая занималась возведением этого эксклюзивного жилого комплекса, все документы и права на него вместе с обязанностями уже давно были переданы в ведение и администрации поселка Искателей, и в окружную администрацию. Понимаете, смотрите, дома были переданы в разное время по разным госпрограммам. Заказчиком был и Искательская администрация, и окружная администрация. Для обслуживания жилых домов они должны были назначить управляющую компанию. Мы не управляющая компания, мы не собственники этих домов. Коммунальные проблемы жильцов поселка Наринмар Вилладж на текущих септиках не заканчиваются. Некомфортно и в квартирах, в домах текут крыши. Мы как заселились, до сих пор крыши текут. Мы живем на втором этаже, у нас с потолка течет. Вот, у людей на первом. Полы провалились. У нас автобус не ходит. У нас магазина нету. Мы тут как живем, как на выселках. Проблема протечки крыши у жильцов всего поселка встает особенно остро в сезон оттепели или обильных дождей. В попытках понять, в чем проблема, жильцы сами залезли на чердак, но безуспешно. Чтобы вода не доходила до первого этажа, предприимчивые жильцы были вынуждены вооружиться ведрами и тазиками. Боимся ли мы делать, потому что неизвестно, вот где еще течь. Она здесь, вот здесь протекала, здесь слышно было, шумело все. Капало, да? Да. А там наверху положена, значит, пленка, типа целлофана, и утеплитель сверху. Но кто пленку ложит на потолок, она же все равно отселивает с нее все. Это на чердаке? Да, вы да. Вы поднимались, смотрели, да? Я поднимался, а сейчас там забираться. Там у нас ведра, тазики, что там у нас только нету. Строительство поселка началось в октябре 2006 года, и тогда для многих являло собой панацею от многих проблем. Ведь компания «Наринмар Вилладж» участвовала в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России в заполярной столице». Вместо этого северяне получили огромное количество проблем и вопросов, на которые никто не смог дать внятного ответа. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».